Серийный убийца наводит ужас на жителей Тихого Салема. В последнее время на месте совершенных преступлений всегда обнаруживается рисунок. Поэтому полиция дала маньяку прозвище Звонарь. Из беседы с пресс-секретарем департамента полиции Салема мы что узнали, означает что изображение колокола пока. Рисунок колокола, о значении которого полиции пока ничего не информации, нет. Просьба звонить на анонимную горячую линию. Очевидно, что между жертвами нет ничего. Так у вас нет зацепок? Ни одной? Если ты вырос на улице, то уверен, что очень крут. Тебе некого бояться и нечего терять. Найдешь брать какого-то урода, и вдруг понимаешь, ты не такой уж крутой. Что это за имя, Рон? Он спёртый кошелёк! А что, ты стал взрослым? Мама, мне больно. Ты угнал мою тачку, и ты ответишь за это! Арестованы за нападение и избиение. Признан виновным по двум эпизодам угона. Виновен в ограблении, крупном хищении и вооруженном нападении. Самострельчик. Я свою сестру черти за кого не отдам. Ясно? Согласна. Еще как согласен. Нет. Нет, Джулия. Не уходи, слышишь меня? Джулия. Нет, не умирай. Не умирай. Вся семья плотная, клеймо ставить некуда. Получил жетон, думаешь, стал чистеньким? Бандитская морда. Давай полегче, старик. Ладно, не дури. Не знал бы тебя, подумал бы ты смерти ищешь. Повернулся. Ты арестован. Какого хрена я жив? Стой, где стоишь, урод. Я сейчас тебя устрою. Ты имеешь право хранить молчание. Уж если выкидываешь копа из окна, то будь готов к тому, что он тебя вздрючит. Черт. Зараза, ручку заклинило намертво. Эй, аккуратнее лети. Боже. Нет, 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 нет! Я еще жив. Я все исправлю. Надо только вернуться в тело, тогда... Тогда, возможно, я очнусь.
Так, ведь кто-то слышал звон стекла. Нет. Да ну же! Черт! Ронан. Ронан. Не верю. Не верю, что я тебя нашла. Боже мой. Джулия. Не думал, что когда-нибудь тебя увижу. Отлично выглядишь. Бывало лучше. Господи, как же я скучал. Я бы все отдала, чтобы быть с тобой. Снова быть вместе, но... Но что? Нет. О, нет, нет, только не это. Если ты не здесь, то где же? По ту сторону моста. Моста? Какого моста? Ты сейчас в тюрьме. Или на мосту, называй как хочешь. Так или иначе, это опасно. Понимаешь, ты должен перейти через мост. Перейти мост. Перейти? Туда, где ты? Не думай обо мне. Ты кое-что не завершил в своей жизни. У нас мало времени, думай. Что ты не успел закончить? Я не знаю. Так выясни это. Ну, иди. Нет. Джулия, один раз я уже лишился тебя. Прошу, прошу, не покидай меня. Мы еще увидимся. Сейчас спасай себя. Нет, 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 Джулия! Не уходи, Джулия! Черт! Алло? Тут около Ригл человек застреленный лежит, весь в крови. Пришлите скорую. Не дышит. Мой друг говорит, он не дышит. Пульса нет. Там повсюду битое стекло и кровь. Черт. Дело дрянь. Да, я не буду отключаться. Эй, парень, ты меня слышишь? Дамочка, пожалуйста. Черт. Эй, ты. Эй, слышишь? Вернись. Еще теплый. Я никогда не видела покойников. Что мы еще можем сделать?
Скорая сейчас будет. Надеюсь. Ты меня слышишь? Боже, чем же тут помочь? Господи, это коп! Сказали, едут. Эй, ты чего убегала? Надоело. С новенькими столько возни. Ничего личного. Сквозь стены бегаешь, вещи откуда ты берешь? Ты здесь не первый день. И знаешь, как тут все устроено? Устроено? Здесь никаких особых сложностей нет. Разберись со своими дарами. Повезет, спасешься. Что еще за дары? То, что ты хорошо умел делать при жизни. Теперь в этом твоя сила. Есть дары уникальные, есть обычные. Вселение, влияние на людей, умение воссоздавать любые призрачные объекты и заставлять их исчезать. Способность становится даром. А дверь ударился, а через все другое прохожу. Почему? Странно, я думал, везде смогу ходить. Мы не можем войти в дома, которые жители Салема осветили. Только во что-то открытое. В дверь, например, или в окно. А в самом здании ни стены, ни двери для нас не преграда. Но проходить через светящиеся призрачные объекты мы не можем и там. В свое время ты сам все поймешь. А ты кто? Похоже, ты здесь не первый день. Я? Я такая же, как ты. Но поверь мне, это совсем не игра. Можешь лишиться будущего по своей вине или по воле другого. Мне казалось, у тебя... Я... Прости, но я что-то не совсем тебя понимаю. Как я могу остаться без будущего? Ты должен что-то завершить. Не сделаешь этого, не сможешь уйти. Не бойся, таких тут много. Много? Рехнуться можно. Thank you.
А кто это может лишить меня будущего? Демоны. Те, кто утратил человеческое обличье. Смысл их существования — поглотить тех, кто сюда попадает. Таких, как мы. Ясно. Значит, надо выяснить, кто меня убил, и остановить его. Только тогда я отсюда выберусь. Ну, удачи тебе. Постой, постой, я еще хочу кое-что узнать. Твою мать! Будь осторожен. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Ладно. Увидимся. Видеть свой собственный труп, лежащий на улице. Как глядеться в зеркало, смотреть не хочешь, отвернуться не можешь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, где ты сам, а где твое отражение. Да ты красавец, Бакстер. Залапай все улики. Подмогу? Подмогу не надо. Ха. Зря ты прикидывался одним из нас. Ха-ха. Да, какой же ты был тупорылый. Сэр? Эй, Бакстер, эй, эй! Ну-ка давай, свидетелей опроси. Ну? Ага, это я тупой. Это не ваш участок, лейтенант. Пожалуйста, не мешайте нам работать. Да, участок не мой, а дело мое. Завтра оно будет моим. И послезавтра.
пока не схватим его. Запомните это, сержант. Я лишь выполняю приказ капитана. Вы знаете, родственникам нельзя. Ладно, ладно. Можете не торопиться. Сколько раз я желал тебе смерти, Лавкач. У меня есть одна просьба. Скажи Джулии, я скучаю. Она знает, Рекс. Знает. Я должен найти моего убийцу по свежим следам. Попробую заглянуть в блокнот Стюарта. Что там им известно? Так вы видели мужчину в капюшоне? Да. Видела. Он убил того человека. Вот бы узнать, о чем они говорят. Надо выяснить. Может, они уже что-то раскопали, а я не знаю.